Казахстанские исследователи утверждают, каспийских тюленей можно сохранить. Популяция единственного морского млекопитающего в Казахстане сегодня находится под угрозой исчезновения. Хотя раньше в казахстанской части Каспийского моря обитали около миллиона особей. Сейчас их численность сократилась на 90%. Асель Баймуканова – одна из тех, кто изучает поведение каспийских тюленей и пытается сохранить их численность. За самоотверженную гражданскую позицию девушка удостоилась победы в проекте «100 новых лиц Казахстана». Именно с тех времен, когда я узнала, что на самом деле животные исчезают, для меня это стало огромным шоком еще в детстве. И когда я впервые увидела каспийского тюленя, который был даже такой момент, когда они подползали ко мне, такое ощущение, что здоровались, когда мы друг с другом узнавали друг друга, потому что они наблюдательные, они любопытные животные, и для них тоже интересно, кто это такая вообще плавает там рядом с нами, и поэтому они постоянно находились рядом. Ну и с этих пор я поняла, что я хочу, чтобы они оставались на Каспии, что мы в наших силах их сохранить.